Прольется ли финансовый дождь на саратовский спорт? Футбольный клуб «Сокол» планирует получить из областной казны 32 миллиона рублей. Это самая большая сумма, которую выделяет Министерство молодежной политики, спорта и туризма в рамках бюджетных грантов. Также на деньги из казны претендуют еще несколько команд. Среди них и баскетбольный клуб «Автодор» 26 миллионов рублей, волейбольный клуб «Протон» 16 миллионов. Более скромные суммы ожидают получить команды «СГАУ Саратов», «Дельта» и «Волга Саратов». Всего областное правительство готово потратить на саратовский спорт 92 миллиона рублей. Правда, условия выделения гранта – софинансирование. Пакет документов грантополучатели должны предоставить в Минспорта до 27 марта. Получат ли все претенденты бюджетные средства, станет известно в апреле. А вот хоккейного клуба «Кристалл Юниор» в списке грантополучателей нет, хотя деньги ему необходимы как никогда. «Кристалл» имеет долги. Волейбольный «Энергетик» также не в претендентах, хотя этот клуб участвует в чемпионате России.